Давайте. А мы пойдем дальше. Поехали! И обозначаем. Добрый день, наши дорогие подписчики, друзья, соратники, коллеги. Очень рады всех сегодня приветствовать в нашей рубрике «IP-события». Мы продолжаем встречи с интересными людьми, с авторами креативных идей, потрясающих совершенно инициатив. И я очень рада представить сегодня нашу гостью Кристину Коврак с Украины. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте всем слушателям. Благодарю за приглашение участия в таком замечательном проекте. И сегодня поделюсь с вами опытом работы в онлайне в сфере инклюзии и не только, и как это проходило у нас на Украине. Мы очень рады, Кристин, что вы нашли время, потому что если посмотреть ваш Facebook, это совершенно потрясает. Я, кстати, всем рекомендую зайти на страничку Кристины в Facebook. Там вы найдете массу потрясающей. И самое главное, вы знаете, мне кажется, очень вдохновляющей в наше непростое время информации, потому что времена непростые в связи с пандемией. Да, мы вынуждены отказываться от привычных форматов, вынуждены осваивать новые форматы. И вот мы очень рады, что Кристина как раз сегодня поделится с нами опытом и в этой сфере, потому что это очень актуально и ново. Вот. И, Кристина, прежде чем передать вам слово, я, вы знаете, один короткий вопрос вот хочу вам задать для такого, наверное, чтобы слушатели тоже вдохновились. Вот у меня было время для подготовки к нашей встрече. Вот я хочу вот это вдохновение, чтобы наши слушатели тоже испытали. У вас замечательный... Удивите. Да. Вопросом. Нет, вопрос простой. У вас брифинг опубликован на YouTube-канале в 2017 году. Как открыть детский центр, вы рассказываете. Вот. Давно это было? Есть такое. Да, он потрясающий. Совершенно, кстати, мне кажется, до сих пор очень актуально, потому что вы там очень здорово рассказываете, так очень прагматично, все шаги, все документы, все как положено. И когда вас слушаешь, складывается впечатление, вот, ну, какой организованный, прагматичный человек. Немножко даже, знаете, такое, помните, было в «Иронии судьбы» сцена у Фрейндлих с Мягковым, когда он ей говорит, значит, это самое, даже сухая он ее, значит, там вот обвиняет. Вот даже складывается какое-то ощущение такое немножко суховатости, ну, в хорошем смысле, в очень прагматическом. Вот. А потом в какой-то момент, когда уже вы переходите к примерам, к рассказам о ситуации с ребятам, все, вот, и там вас пропитание спрашивают, про цены пропитания, вот, выясняется, что никакой наценки вы не делаете, и вы так хорошо там говорите, потому что она совершенно с другой фразой интонации, вы говорите, я не бизнесмен, я фанатик. Есть такое... Да, и она так потрясающе там звучит, эта фраза. Так вот у меня вопрос. Прошло 4 года, непростых 4 года, для мира они были непростые. Вы по-прежнему фанатик? Да, у меня прям несколько комментариев, уже не хотела вас перебивать. Сухость, это было как раз вот в точку слова по поводу того, что я очень не люблю воды. Поэтому могло показаться сухость или прагматичность какая-то, но при этом же вы внимательно смотрели, прям благодарю за отзыв. Структурированность, это все про меня. Мне надо, что если люди сейчас, время, оно очень ценное, если люди нашли уже минутки, часы на то, чтобы ознакомливаться с информацией, либо какие-либо встречи, эфиры и так далее, они должны четко понимать, что они получат, во-первых, от этой встречи, и реально это получить. Поэтому я всегда говорю, что если у нас на изложение информации 30 минут, значит, они должны быть 1, 2, 3, 4, 5, и четко информация должна быть получена. 2 часа, значит, информации должно быть намного больше, вот. Но если она закончилась, то это значит, что лучше закончить раньше,
запланированного времени, но при этом не тратить ни свое, ни чужое время, и все должно быть четко логично. Это по поводу сухости, по поводу фанатизма и идеи, да, оно где-то, видимо, это миссия, с которой я пришла на эту землю, не побоюсь прям таких глобальных масштабных слов и изречений. Вот с детства у меня была тяга к детям, с детства я с самых начальной школы помогала учительнице на продленке с детьми, то есть это меня сопутствовало, и абсолютно в 9 классе была четкая принята идея про то, что я иду в педагогический колледж, вот, хотя не совсем престижно, скажем, была ситуация с этим, и остается, думаю, у вас что-то где-то схожее, мне говорили, ты что, ты такая умная, вот, зачем, да учись до 11 класса, и все такие моменты, но хочу обратить внимание, что в 24 года у меня уже было 4 высших образования. За счет того, что я пошла туда, куда хотела, учила те направления, которые мне нужны для моей деятельности, и четко выстроила это для себя. Поэтому сейчас как раз изучаю мою страничку в Фейсбуке, для некоторых становится шоком и непонятно, а чем ты вообще занимаешься, Кристина, потому что там есть все, там есть экология, там есть IT, там есть благотворительные акции, там есть образование, но вот эти все проекты, если углубиться, они все связаны с образованием. Я не занимаюсь никакой другой деятельностью, если дотычно это может принести пользу образованию, пользу в развитии детей, в развитии страны, вот мы этим всем занимаемся и нахожу на это все время. Поэтому идея не пропала. По поводу бизнеса как раз тогда могу перейти к личной истории, как я в это все пришла и кем я есть сейчас. Вот, как бы на данный момент ключевой деятельностью есть, я являюсь главой ассоциации детских образовательных проектов, каким образом к этому, помимо этого, руководителем тренингового центра по повышению квалификации педагога в Академии талантливых руководителей, вот, в недавнем у меня был свой детский садик, свой центр развития, это то, с чего я начинала свой путь, скажем так, ну, с репетиторства начинала, которое переросло в, опять-таки, бешеную идею, и сама без помощи кого-либо я открыла свой первый детский центр, и вот как раз брифинг, про который говорили, это был очень сложный путь. Потому что там есть все, там есть... Это был очень сложный путь с форматом того, что 12 лет назад не было еще бизнес тренеров, не было коучей, как это сейчас популярно, ну, по сути, вот в нашей стране, я имею в виду, и получить информацию о том, как открыть детский центр или садик, это я ее собирала по крупицам. Ну, а потом, в связи с тем, что я такой открытый человек и всем всегда хочу помочь, я начала и делиться на разных форумах, блогах и так далее, и таким образом мы как бы вот переросли в разные события для учителей, открыли свой садик, помогли открыться еще по порядка. Ну вот последняя цифра, которая была, это 70 центров по Украине. Вот. Далее мы просто перестали уже в коммуникации вести и сопровождать, и просто общаемся уже со всеми и не отслеживаем по этому количеству. Вот. И когда наступил момент, что нам нужны люди, персонал в детский садик, а просто персонала нет, вот серьезно, нету достойных, хороших преподавателей, с кого выбирать, приходится брать тех, кто есть, и это еще будет супер хорошо, если они хотят учиться, и тогда это все происходит легче. А когда все сконцентрированы только на заработке, никаких абсолютно ценностей, и выбирать не с кого, как бы садик должен работать, есть слуга, вот, поэтому на тот момент пришлось выбирать что-то одно, либо это повышение квалификации педагогов, семинары, и мы отдаемся сюда, либо мы остаемся и сопровождаем процесс садика. Детский бизнес — это не совсем правильное слово на самом деле. Если это не сеть, а точечные центры, то это полное вовлечение человека. Это работа, каждодневный труд, и я бы сказала еще не только каждодневный, а и ночной. Вот. Поэтому, думаю, все, кто нас смотрит и все, кто в этой теме,
теме, все понимают. Тут надо было выбирать, и мы сделали для себя такой решающий путь. Мы отказались от центра, отказались от садика, мы передали это готовым бизнесом в другие руки, помогли им на этапе сопровождения и перешли полностью на обучение педагогов. Начали мы с того, что мы обучали по своей специализации, это дошкольники и раннее развитие. Вот, и со временем, ориентируясь на запрос от участников, мы расширяли свои направления. На данном этапе у нас более 7 разных направлений. Это и музыка, в формате у нас есть понимание музыка как сфера культуры, это пианисты, бандуристы, вокалисты и так далее, и позашкольная вся деятельность, а есть еще музыкальные руководители детских садиков, то есть это немножко разные категории. Это дошкольное образование, это нова украинская школа, реформа, которая у нас проходит, это тоже отдельное целое направление, это обязательно инклюзия, либо коррекционная педагогика, это английский язык, это... Что у нас? Ну, наверное, такие ключевые направления я озвучила, по которым мы каждодневно работаем и помогаем людям пройти курсы повышения квалификации, получить. Единственное, наверное, из такого глобального, чем мы не занимаемся, это именно фаховой подготовкой узких специалистов, там узко физика, узко там, учителя природоведения, даже IT, эта сфера у нас тоже развита, это направление тоже есть. Как-то так, вот если вкратце, ну и в рамках своей деятельности в ассоциации мы берем участие и очень плотно сотрудничаем с государством, берем участие во всех министерских рабочих группах для того, чтобы, владеть информацией с первоисточника, далее делиться ею дальше, ну и плюс стараться подавать свои предложения, рекомендации, так как база участников и база реальных практик, которые у нас проходят обучение, а потом это все распространяют в своих учебных заведениях, у нас есть. Соответственно, мы такой мостик между государством, и когда нужны какие-то реальные опросы и все остальное, мы можем это делать с помощью нашей аудитории, таким образом еще вносить некоторые правки, корректировки к законодательным документам, а там уже как бы предложение, а там уже как это развивается, есть такое. Также имела честь быть с авторами концепции раннего развития в Украине, которую мы писали совместно с Государственной Думой, да, Верховную Раду Украины, вот, депутатами, и она пока что на этапе рассмотрения, так как раннее развитие — это огромная отдельная сфера, на которую отдельно нужны свои бюджеты. Это сложно, но мы пытаемся донести, что во всех развитых странах это направление есть, и для нас оно очень важно. Вот такая вот информация. Ну и в рамках также деятельности в общественных организациях у нас очень много инициатив, социальных инициатив, это и экологическое направление, и бесплатное IT-образование, так как это востребовано, а курсы частные стоят достаточно дорого. Мы смогли найти специалистов, менторов, с которыми мы уже договариваемся на разных условиях, а они бесплатно абсолютно ведут занятия для детей. И вот как раз спасибо онлайну, мы смогли масштабироваться на всю Украину, потому что до этого мы делали это в офисе точечно, и у нас были группы по 15-20 человек, и очередь в 2000. Вот. А далее с помощью онлайна мы смогли и убрать очередь, и нормализировать этот процесс, скажем так. То есть это был такой реальный для нас пинок для того, чтобы начать действовать именно вот в таком ключе. Так. Анастасия, звук. Спасибо. Спасибо за такой прекрасный обзор. Ну что, вот у нас даже уже вопросы пошли на Фейсбуке. Один, мне кажется, очень в тему нашего актуального разговора сейчас. Елена спрашивает. Здравствуйте, Кристина. Очень актуальная тема. Скажите, а что самое сложное, на ваш взгляд, в обучении педагогов? Мне кажется, такой ключевой вопрос на самом деле во всем, что вы затронули.
Спасибо. Очень замечательный вопрос. И вчера у меня был еще тоже эфир, посвященный сугубо точечно повышению квалификации педагогов. И оно очень-очень связано. Вот. Самое сложное – это мотивация самих педагогов к развитию. К сожалению, возможно, для кого-то это банально, но сейчас образование превратили в бизнес. У нас были законодательные изменения, которые позволили, если ранее у нас повышение квалификации оказывали только государственные институты повышения квалификации, то были внесены изменения в 2018 году, насколько я помню. И согласно этим изменениям, субъектами повышения квалификации может быть, ну, даже частные предприниматели, разные компании, там есть определенные условия. С одной стороны, это очень большой сдвиг, потому что учитель теперь может выбирать, куда ему идти, его не ограничивает, он в свобода выбора абсолютная. Вот. Но с другой стороны, опять-таки, этот момент превратили люди в бизнес. И для нас это идея прежде всего и идея повышения качества образования. Поэтому мы долго шли к тому, чтобы наши сертификаты засчитывались для повышения квалификации. И для нас, конечно, такие законодательные нормы — это супер хорошо было. Вот. Но мы четко отслеживаем, кто у нас есть, тестирование проводим и вот работаем на совесть. И тут видим такие ситуации, когда люди, особенно в онлайне, они просто почитали информацию, приобрели сертификат, в эфире не появились, а потом еще начинаются моменты, а когда будет мой сертификат, и на момент того, что вас не было в эфире, мы отслеживаем, ого, это для всех становится большой новостью, потому что большинство других организаций как бы, ну, приобрели сертификат, окей, после проведения мероприятия его отправили, вы его получили, и на этом все закончилось, и люди к этому начинают привыкать. Вот, поэтому ответ простой, это мотивация педагогов к развитию, а вот как это уже сделать, это даже, наверное, не ко мне, вот, поэтому... Остальное все можно смириться, но у нас даже в Украине сейчас появилась такая услуга, как покупка сертификатов. Тоже вчера про это говорили. Это просто безумие. Ты можешь зайти на сайт, на страничку в Фейсбуке, найти определенную группу, написать, по какому направлению, сколько часов тебе надо, и ты даже ничего не прослушиваешь. Ты за... Сейчас переведу на доллары, там буквально за $5 покупаешь себе 30 часов, 60 часов. И эти сертификаты, которые легализированы, они по всем нормам сделаны и принимаются. И, соответственно, была бы услуга и не было бы потребителей, услуга бы загнулась. А услуга активно развивается, что нам говорит о том, что потребители есть, к сожалению. Вот, вот как-то так. Ну вот в том числе и в этом контексте тогда, Кристин, вот эта ситуация с вынужденным сначала для всех переходом на онлайн, да, дальше кто-то заинтересовался этим направлением, стал в нем двигаться, кто-то больше ждет, когда же все закончится и все вернется в привычный офлайн. Ваш опыт в этой связи, как вам кажется, вот эти возможности онлайна, которые появились, да, в которых люди оказались в связи с новой ситуацией, это больше благо или больше зло? Я вот с точки зрения нашего опыта вам скажу, это, наверное, ну, не очень... корректно будет звучать, да, но для нас это оказалось очень позитивным фактом. Нехорошо, когда ситуация в целом негативная, конечно, констатировать радостные моменты, это как-то не очень принято, но просто у нас... Это позитивное мышление, поэтому и оптимизма. На самом деле очень важно находить в самых плохих ситуациях ресурс для развития, поэтому... Абсолютно, потому что у нас, видите, как получилось, мы с самого начала, в 2018 году, мы запустили проект Inclusive Practices Network и разные формы обмена опытом онлайн, да, потому что мы в основном работаем в сфере инклюзии, здесь людям трудно, бывает, приехать куда-то, добраться, это и финансовые, и другие трудности, вот, и мы запустили платформу «Каталог инклюзивных практик», и так было, так получалось, что очень интересные творческие проекты, они все шли в реальном времени, этих людей в интернете найти было невозможно, и затащить их в интернет было невозможно. И в этот год пандемический все, кого мы хотели найти, они все оказались в онлайне, они все были доступны. Это год потрясающих совершенно публикаций, видеоопыта, обмена опытом, потому что люди, творческие, очень занятые люди оказались перед компьютером,
Границы закрыты, ехать некуда. И поэтому вот наш год прошел очень насыщенно и продуктивно. Мы провели несколько марафонов, инклюзивных практик, онлайн-фестивалей. И я нашла очень много созвучного на вашем YouTube-канале. И марафонов, и фестивалей, и флешмобов. И поэтому будет очень нам интересно и полезно услышать ваш опыт в этом направлении. Так, спасибо большое. Действительно, вы сейчас, когда озвучивали, слышу очень-очень связанные темы и какой-то такой несколько похожий путь. Хотела бы начать с того, что мы организовывали свой центр с абсолютной как бы позицией, и это идея основная наша, что должна быть абсолютная, ну, не стопроцентная, но, как мы заявляем во всех анонсах, 80% практика, а далее уже 20% теории. И мы это пишем не просто так, потому что такие умные начитались умных книг и так далее. Мы это реализовываем и продвигаем во всех наших проектах. Поэтому в этом заключалась основная сложность для нас. До пандемии мы в онлайне не работали вообще. От слова «ноль» и «совсем». Мы не были связаны с ним, мы, честно говоря, боялись онлайна, хотя мы очень адаптивны, все изучаем, как бы мы есть во всех социальных сетях, и команда на самом деле, вот кто ознакомился и ознакомится более с нашей деятельностью, можно подумать, что у нас огромный штат сотрудников, сейчас так приоткрою завесу, потом, если видео это будут смотреть наши участники, то все думают, что у нас там человек 30-40 в команде по количеству контента, мероприятий, всего того, что мы делаем. На самом деле это порядка 7-8 ключевых людей, которые каждодневно в этом работают, и это при всем этом это наше хобби и, опять-таки, идея. Мы все работаем параллельно на других каких-то как бы работах, кто администраторами в детских учреждениях, кто учителями в школе, и вот таким образом совмещаем и несем информацию. Простите за отхождение. Так вот, у нас это абсолютная практика. И сейчас я хочу продемонстрировать вам видео, как проходят наши живые события, и вы поймете, почему для нас переход в онлайн был просто... Мы вот сели, когда сообщили про то, что это карантин, все закрыто, никаких мероприятий. Мы сели, как бы такие думаем, ну все, слава богу, что у нас есть еще какой-то дополнительный, во-первых, заработок с других источников. Вот. Во-вторых, мы подумали, фух, выдохнем и, ну, месяц-два, как бы никто не ожидал, что это так надолго все растянется, просто отдохнем и спланируем свою последующую деятельность. Мы даже и не думали переходить в онлайн. Ну, сейчас продемонстрирую, секундочку, почему так. Нам вот пишут наши зрители, пишут Кристин, 80% практики и 20% теории – это прекрасное распределение рабочего времени. Спасибо, спасибо большое. Мы к этому тоже пришли на собственном опыте, когда были участниками других событий. Просто это тоже вот наши глобальные большие фестивали. Мы организаторы всеукраинского фестиваля. Как раз благодаря онлайну это стал уже международный фестиваль. Мы смогли тоже пригласить спикеров из Германии, из Великобритании, из Польши, поэтому расширили свои границы еще в этом формате. Но до момента появления нас на рынке, вот могу откровенно это все сказать, были только психологические большие такие форумы, фестивали, либо бизнес, сугубо бизнес. Из того, что дотычно к образованию, это была психология. Мы были участниками, мы очень вдохновлялись и так дальше, но все-таки там было много чересчур направленностей. И мы подумали, почему нету такого для педагогов, чтобы я, как учитель школы, как воспитатель детского садика, могла для себя взять методики, техники, практики. И вот мы организовали такой ивент. На первом событии фестиваля живом у нас было... сняли зал на 70 человек, и нам казалось, что это очень много. Вот, мы набрали людей за 2 недели, вот, набрали мы 200 человек, и, к сожалению, так как зал не позволял, нам пришлось отказать с обещаниями того, что мы повторим, и уже через 3 месяца следующий наш второй ивент мы проводили в педагогическом университете имени Гринченко, это огромный университет, вот, и зал мы снимали на 600 человек, и он был полностью заполнен.
И на тот момент нам сказали, вы куда двигаетесь? Мы такие залы никогда не набираем, педагоги, вы не наберете, зачем вам такой большой зал? Вот, и набрали, и все было. И вот как это было, и как это проходит и сейчас, я пытаюсь показать. Только скажите мне, пожалуйста, Анастасия, видно, и надеюсь, я сейчас запускаю, что все будет. Педагогічних ідей запрошує творчих людей із всієї країни керівників, зацікавлених грою батьків. Фестиваль педагогічних ідей відкриває він двері для всіх науковців відомих та молодих, новаторів і авторів. Фестиваль, фестиваль, наша творча родина, це притулок натхнення і різних ідей, і дізнатися зможе тут вся Україна, як потрібно ростити щасливих дітей, як потрібно ростити щасливих дітей. Час розум наш поєднає і душі. Хай зустрінемось з вами ще не один раз. В спільній справі всі будем незручні. Фестиваль, фестиваль, наша творча родина, це притулок натхнення і різних ідей. І дізнатися зможе тут вся Україна, як потрібно щасливих дітей, як потрібно ростити щасливих дітей. Ми побудуємо дитячу країну на заздрість самому, а Мудашвілі ніколи не згаснуть всі наші зусилля, щоб виросла гідно кожна дитина. Наш фестиваль – це райдужний світ, зібрав всієї країни цвіт. Тут розкривають свої таланти логопеди, психологи та музиканти. Фестиваль, фестиваль, наша... Скажем, это проходит вот так. Не буду более занимать наше драгоценное эфирное время, но для визуализации картинки я, честно говоря, аж поплакала. У нас не было очень долго живых мероприятий. Мы очень соскучились. Мы написали, нам помогли как раз один из наших спикеров ключевых, Анна Стороженко составила и написала гимн нашего фестиваля, вот за что огромная благодарность. Он изучен многими педагогами, потому что они просто часто его слышат. И вот ближайшее событие у нас будет как раз в эту субботу в Одессе на побережье Черного моря. Это первое наше живое большое событие после карантина. Вот, поэтому активно к нему готовимся. Мы завидуем вам самой белой записью и желаем успеха. Спасибо большое. Ну вот вы посмотрели, это прыганье, это ткани, это полная практика и вовлечение. И только именно таким способом, прожив и пропитався этой энергией, можно это передать и нести сразу после мероприятия, которое чаще всего по субботам, в понедельник, в работу с детьми. И когда мы перешли в онлайн, мы понимаем, что никто не будет перед экранами прыгать, хрюкать, мукать, вязать что-либо, играться игрушками. И мы сказали нет, тогда наша вся идея превращается в ничто, потому что нету практики, и все, ну, как бы переходит, как бы, как логарифмику провести в онлайне? Кто-то ответит, вот 2 года назад мы не могли себе этого представить, вот, но так как ситуация сложилась так, как сложилась, и мы понимали, что не закончится это все быстро, на когда ставить живые мероприятия было непонятно, и обязательства по выполнению тоже надо было, как бы, исполнять, мы месяц посидели, как бы, подумали, как нам перетрансформироваться,
изучили онлайн-площадки разнообразные, сами прошли это на себе, вот, поняли, как в этом работать, и после этого все-таки решили, хорошо, надо двигаться в этом направлении. Мы не рискнули сразу же организовывать наши большие события, надо было на чем-то, скажем так, тренироваться. Поэтому мы запустили социальный проект, который называется «Делитесь опытом». Вот, «Делиться досвидом» звучит, и по такому хэштегу, но, правда, на украинском языке его можно найти, очень много про него информации. Что это за проект? Это проект, которым мы гордимся, который существует и по сей день. Это проект, в котором берут участие абсолютно бесплатно спикеры и при этом же бесплатное участие у участников, просмотры эфиров. Вот, это полуторачасовые, двухчасовые встречи, которые у нас происходят на постоянной основе. Вот, когда мы запускали, мы думали, что это будут встречи раз в неделю, выделили для них один день, вечернее время, удобное для просмотра. И, конечно же, первое, что это было, это организация и перевод всей деятельности, это помощь того, каким образом перевести свою деятельность в онлайн. Это какие площадки использовать, это как вести занятия для детей в онлайне. То есть мы стали первопроходцами, далее делились этим с людьми и искали таких же креативных спикеров, которые смогли свои детские садики и центры не закрывать, а перевести в онлайн-режим. Вот это все мы аккумулировали, собрали в таком проекте. Но далее он начал развиваться еще масштабнее. И с одного раза в неделю он превратился в 4-5 эфиров, вот, каждодневные. И дальше мы и продолжаем так двигаться. Сейчас этот проект есть. У нас проходят эфиры практически через день, наверное, и все желающие могут к ним подключаться абсолютно бесплатно, смотреть, получать информацию. И вот тут уже как раз про мотивацию. Актуальна для вас тема? Пожалуйста, подключайтесь, смотрите. Организационные взносы есть, остались, они есть за сертификаты, потому что это уже отдельная история с внесением в реестр, обработкой и так далее. И как бы сопутствующие затраты для тех, кто знает, что такое организация онлайн-мероприятий, знают, что они есть, но при этом доступность в бесплатном просмотре также. После таких эфиров мы монтируем немножечко, выделяем как бы ключевую, самую интересную информацию и как раз наполняем контентом и наш YouTube-канал, и все, кто пропустили, могут подключаться. Это направление мы разбили даже по разным, как бы этот проект мы разбили по разным направлениям, для того, чтобы и музыканты могли повышать таким образом и брать для себя что-то интересное. И коррекционная педагогика у нас там есть, инклюзия в том числе. То есть разнообразные всякие направления. Вот таким образом. Далее, когда мы поняли, что все хорошо складывается, у нас очень много участников в онлайне, все востребовано. Люди довольны, потому что теперь им не надо тратить деньги на проезды. И теперь, отвечая на вопрос, онлайн хорошо или плохо, ну, знаете, во всем должна быть мера и понимание того, для чего ты организовываешь какое-либо мероприятие с его целями. Поэтому онлайн — это своя история, офлайн — абсолютно другая история. И таким образом, спустя 4 месяца после введения карантина, мы организовали и провели большой фестиваль в онлайне. И тут, как бы это казалось, стало очень интересно. Мы смогли провести гораздо больше спикеров за один день за счет того, что Zoom делится на залы. И у нас были параллельные линейки. И сразу одновременно за день возможность была послушать 16 спикеров. Вот, то есть гораздо больше возможностей. Участники сами выбирают для себя, кто и посещают мастер-класс того спикера, который для них более ценным является. И таким образом сейчас у нас фестивали проходят в онлайне до сих пор, и каждый месяц, два месяца в среднем, проходит такое событие, которое собирает вот 200, 300, 400 человек, ну, в зависимости уже тоже от разных обстоятельств. И Вот как-то так, если касательно нашей деятельности непосредственно повышения квалификации. Со временем все эфиры, все семинары, которые у нас были живые и практичные, мы тоже перенесли в онлайн за счет онлайна и
у нас нету как бы растрат дополнительных на аренды больших залов, на питание и всякие такие технические моменты, скажем так. Ну, соответственно, и цена билета здесь гораздо дешевле для людей, когда это платное мероприятие, и они могут как бы их посещать. Вот тут является другим ключевым моментом, что теперь мы... Ну, в сложной ситуации выхода, вроде бы люди уже устали от онлайна, вроде бы сейчас ситуация позволяет уже офлайн режим, и все его просят, но как бы цена вопроса онлайна и офлайна совсем разная и другая, да, никто, к сожалению, как бы участники оценивают это только со своей позиции, никто не задумывается про то, что чтобы нам провести сейчас ивент в Одессе, надо... привести туда 10 спикеров, вот, обеспечить все моменты, которые с этим касаются, привести туда 2 машины организаторов со всеми стойками, регистрациями и так далее. И когда посмотреть вот этот как бы формат, то, соответственно, ну, несравнимо. И тут уже разные как бы моменты. Поэтому мы для себя выбрали все равно, это мы работаем. И там пока позволяют карантинные нормы, и сейчас нет ограничений. Мы запускаем параллельно несколько проектов, и какие набираются, такие есть. Ну и по поводу еще марафонов хотела сказать, что тоже протестировали этот формат. Очень-очень на ура он у нас зашел. Мы берем узкую направленность марафонов, и вот, например, один из тех, которые стартуют у нас в сентябре, это подготовка к школе детей с особенностями в развитии. И здесь про то, что будут обучать педагогов, как им работать с такими детками, как вести этот курс как дополнительный, вот, и там обо всем, календарное планирование, составление, написание конспектов, структуры уроки, особенности, развитие речи, вот, полностью все сопровождение ведет спикер, которая работает в школе каждодневно с тяжелыми детками, вот, и прошлый такой марафон у нас был негативный отзыв от участницы, но я хочу его озвучить, потому что это та ситуация, когда в негативе ищешь позитив. То есть мы создали марафон, на него было зарегистрировано 70 человек, то есть достаточно очень-таки крупненькая группа для марафона. Проходит у нас он через день, потому что люди всегда во внимании. Один день они смотрят эфир, а дальше у них есть сутки на выполнение опять-таки домашнего задания, которое такое глобальное-глобальное. Они его выполняют, они выкладывают сторисы в Facebook, в Instagram и все социальные сети для того, чтобы видеть, что это действие все-таки происходит. И то есть 2 недели они в жестком интенсиве, несмотря на то, что вроде бы тратят по 2-3 часа вечером, нет, они находятся в процессе, и мозг постоянно развивается. И мы создали Viber-группу также, чтобы, ну, оперативно общаться с людьми. И столкнулись с такой ситуацией, что на 3-й день марафона человек отписывается с группы, с таким огромной такой петицией по поводу того, что, вы знаете, я когда шла на этот марафон, я не рассчитывала, что я свой летний отпуск потрачу на вот такой интенсив, что я должна буду делать и вот это, и быть в таком процессе. И мы это оценили абсолютно, как, знаете, 100-процентное попадание того, что наши цели по организации интенсивного марафона, они реализованы в полной мере. То есть участники вышли после него такие прокачанные, с таким багажом знаний, еще и с огромной папкой материалов наработанных, потому что эти все материалы между ними делились. Если ты написал один конспект, а человек 70, то практически на весь год у них были уже конспекты расписаны, сложное календарное планирование и так далее. Это уже, простите, уносит, вы меня иногда останавливаете. Давайте немножечко почитаем комментарии, такие замечательные комментарии пишут. Вот после ролика не стала вас перебивать, но тут потрясающе совершенно вот пишут мои коллеги, причем это вот, знаете, я многих знаю лично, кто пишет комментарии, это люди, которые сами много лет организуют подобного рода события, то есть это опытный взгляд со стороны. Вот пишут: здравствуйте, Татьяна пишет, спасибо за ваш опыт, у вас очень теплая, живая атмосфера на фестивале, тема очень интересная и актуальная, а вот кто-то даже из ребят нас смотрит, из юных наших, у нас есть такой проект, инклюзивный на поколение Next, вот тут пишут: вау, какой красивый ролик.
Вот тут написали вам эти, говорят, устами младенцев, да? Спасибо за видеосюжет. Всегда, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Чувствуется душевная, теплая, дружеская атмосфера. Помянуя предыдущую тему о сертификатах, Елена спрашивает, видно, что большинство участников фестиваля приехали с искренней мотивацией к развитию, новому опыту. Скажите, а были те, кто приехал за сертификатами? Да, Татьяна вопрос задала, да? Елена, благодарю за комментарий, за вопрос. Всем большое спасибо, вы мотивируете, очень приятно такие отзывы слышать. Да, на самом деле такие люди есть. Были, есть и будут. Вот. Постоянно, каждодневно с таким встречаемся и в нашем случае ругаемся. Опять-таки, потому что мы ответственные организаторы, и мы максимально стараемся отслеживать, кто есть в эфире, кто вовлечен и так далее. И просто так от нас сертификат получить достаточно тяжело. Это еще и с тем форматом, что мы работаем с университетами, мы сотрудничаем со всеми, и поэтому у нас есть свое наработанное имя, и мне очень сложно, как бы я как руководитель организации, открытый к общению, выступающих на разных событиях международных, не возьму на себя ответственность, как бы выдать сертификат, который не соответствует действительности. Поэтому на фестивалях, когда к нам подходят в 11 часов или в 12 часов утра, а фестиваль до 7 вечера, и говорят, а дайте сертификат, потому что у меня в 2 часа поезд, ну, как бы, когда это за полчаса до закрытия, да, честно скажу, мы можем сориентироваться на поезд, и то при этом мы требуем показать билеты, проверяем, и только тогда можем действительно там отпустить людей. Но когда это в 2 часа дня, хочется задать вопрос, а вы куда ехали, если есть заявленная программа, вы послушали 3 спикеров, а сейчас хотите... И когда мы потом говорим, что хорошо, мы можем выдать сертификат, что мы делаем? Мы просто выписываем сертификат на то количество времени, которое человек пробыл, на 3 часа. Им говорят, а чего вы нам дали сертификат на 3 часа? Ну как, вы физически были, вы нам подошли в какое время, мы посчитали, мы вам выписали. Вы попросили сертификат, пожалуйста, получаете. Это касательно таких событий. Бывают, вот так мы с них выкручиваемся, человек тогда уже принимает решение, либо он остается до конца, вот, негатив какой-то уже есть, и настроение испорченное, я имею в виду про самого участника. Для нас это уже стандартная ситуация, сначала очень близко все к сердцу принимали, сейчас нет. Вот, в онлайне то, тоже достаточно много людей, которые мы отслеживаем, что они просто зарегистрировались с сертификатом, когда мы смотрим эфир, в регистрации 40, в эфире 20, тогда, да, отслеживаем, мы пытаемся как бы решать эти вопросы, поэтому... Спасибо, спасибо за ответ. Кристина Вера вам пишет, спасибо вам за презентацию, за опыт. Какое классное видео. Видно, что за ним много работы. Кристина, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что является основным критерием успешности вашей деятельности? Ух ты, Вера, какой вопрос хороший. Так... Извините, секундочку, приведу. Тут еще дополнительное сообщение от Веры. Всем солнечного доброго дня из Грузии и интересного эфира. Это чтобы вам приятнее отвечать было. Спасибо большое. Нас как бы... Я думаю, что все-таки ключевое для нас – это ответственное отношение к выполнению работ своих, да, к своей деятельности, правильнее, прошу прощения, выразиться. Плюс всегда для нас очень важно то, что мы заявили, выполнить это на практике. И когда иногда бывают какие-то такие внештатные ситуации, что мы опубликовали одно, а потом по факту получилось другое, даже если мы при этом понесем какие-то потери, мы всегда придержимся своего слова. То есть если у нас замена спикеров, либо на одного спикера меньше, мы всегда потом договариваемся со спикером, когда он может выступить отдельно, оповещаем людей и очень-очень индивидуализированно подходим к каждой ситуации. То есть у нас очень гибкая система, мы за идею и за то, чтобы образование развивалось, вот, и поэтому всегда открыты к диалогу. Ну, я думаю, что еще ключевое — это то, что я как руководитель нахожусь всегда в процессе, то есть... Как бы я очень много времени уделяю в развитии всех проектов. Я хожу на все максимально встречи, беру участие в эфирах, знакомлюсь с людьми, потому что, как показал опыт деятельности
связи наше все. Вот с опытом, с возрастом понимаешь, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, это история про нас, вот, про то, что все взаимосвязаны, и ни от каких проектов, если они касаются образования, мы не отказываемся, поэтому... Наверное, как-то так, то, что очень быстренько могу ответить. Хочу вас порадовать еще тогда видеороликом. Он немножечко другой, но, возможно, для кого-то это станет идеей, во-первых. Во-вторых, возможно, вы к нам тоже подключитесь, это будет международный проект. Одним из направлений деятельности общественной организации нашей Smart City Hub, я еще как бы в такой общественной организации есть, является бесплатное IT-образование для детей. Это первый как бы момент, и поэтому во время онлайна мы запустили бесплатные IT-курсы, вот, к которым можно было подключаться. Они есть и сейчас в свободном доступе на YouTube-канале под отдельной тоже плейлистом IT-курсы. Единственное, что они на украинском языке, но для тех, кто владеет языком, вы можете, детки, вы, взрослые, можете пройти. Ориентирован курс на детей, скажем, там от 10 лет и до 17 будет актуально. Но проходили его и взрослые, и учителя, которые хотят обучиться, как бы информация, контент подходит для всех, но просто направленность ментора все-таки больше на детскую аудиторию. Это один из проектов. А второй проект — это экологический флешмоб. Мы запустили экологический флешмоб «Деревья вместо цветов» на День учителя. Год перед карантином. Для нас это была идея того, что цветы покупаются втридорого перед праздником, приносятся, загибаются, скажем, и потом от этого всем грустно очень. Территорию школ надо озеленять. Перед этим мы провели большой проект как раз с лабораторией Public Lab. «Беспечная школа», «Безопасная школа» назывался он, где мы взяли в 34 школах столицы Киева анализы воздуха и воды. И это были анализы сугубо рекомендационные, чтобы директор учреждения владел информацией, что же происходит. Выявили, что очень много как бы ненужных газов в атмосфере вокруг школы и учебного самого заведения, которые вызваны тем, что это уже исследования потом проводились, тем, что школы расположены близко к дорогам и нет никакого барьера. Нам помогли составить как бы перечень деревьев, которые влияют на то, на выработку большего числа кислорода, который поглощает эти все выхлопные газы. И у нас появился таким образом флешмоб «Деревья вместо цветов», когда на территории учебных заведений высаживаются деревья. Вот, и таким образом создается такой защитный щит. Приурочили мы его ко Дню учителя, и было «Принеси саджанець замість квітів», «Принеси саджанець вместо цветов». И когда дети шли в школу с саженцами деревьев, конечно, это было заранее обусловлено, какие саженцы можно покупать, где, мы полностью сопровождали, помогали, списки, плакаты делали, вывешивали. Это уже тонкости, кому интересно, обращайтесь с удовольствием. Проведу для вас отдельный зум, расскажу, как это можно организовать в вашем городе, стране, независимо в каком уголке страны, мира вы находитесь. Вот. Но ключевое заключалось в том, что на этот праздник дети шли с саженцами, родители шли с саженцами. Это был такой обалденный эффект, когда все дерутся за лопаты, копают, я буду поливать, в общем, высаживают эти деревья, которые потом, да, часть из них есть, не выживают, мы отслеживаем тоже потом эту статистику. Очень грустные, печальные ситуации есть, когда деревья выкапывают. Это, если подробно, выкопали ель, которая была предоставлена спонсорами, которая свыше там 2,5 метра, прямо с территории школы. То есть и такое, к сожалению, есть, но это внештатные ситуации. И вот как раз во время онлайна в этом году у нас, и мы этот флешмоб теперь проводим два раза в году, осенью и весной, когда позволяет хорошее, скажем, условия хорошие для высадки саженцев, потому что на это надо как бы смотреть. И в этом году мы очень-очень вписались, еле-еле успели его провести, пока не закрыли у нас тоже все учреждения, очень переживали, что не сможем этого сделать. Но в этом, за счет этого мы еще и расширились на всю-всю-всю Украину, к нам подключились другие школы, садики, это было очень-очень масштабно. Но в основном в этом году мы проводили это в онлайне, люди самостоятельно, в зависимости от своей области, территории, возможности карантинных, организовывали это мероприятие, потом делились в Фейсбуке, писали впечатления, делали видеоролики, отмечали,
отмечали нас как организаторов. Таким образом, много, сейчас я покажу, секундочку, результаты. И сейчас у меня видео открыто, продемонстрирую и покажу результаты, просто чтобы я не сказала чего-то другого. Первый раз, когда мы проводили, мы высадили более 1000 деревьев за сутки. Вот, это только своими силами. Наша команда проехала по всем филиям, и мы посадили вместе с учителями, с директорами. В этот раз там совсем другие цифры, потому что мы уже поняли, как это делается, приняли участие в одной из школ, и, кстати, это была школа, которая работает с тяжелыми детками, с очень тяжелыми детками. Боже, я говорю, у меня же мурашки по коже. Спасибо школе за то, что нас приняли, организовали. Было организовано все на супервысоком уровне. К нам мы смогли найти спонсоров, компанию, которая подключилась и оплатила для школы дорогие, хорошие саженцы. Вот, родители некоторые тоже подключились и сами захотели, принесли вместе с детьми. Это было до слез просто, когда дети сами копали эти ямки, садили, поливали, объясняли, то есть там было целое действо, и это очень-очень сплочает коллектив. Все, я демонстрирую, останавливаюсь, тормозите меня, потому что наш эфир затянется. Смотрите, пожалуйста, есть ли видео на экране, да? Да, видео есть. И по звуку подскажите, в прошлый раз было все нормально? Я у себя микрофон... Было все отлично. Был звук, да? Все, я просто у себя отключала микрофон, чтобы оно не репело, я думаю, вдруг и у вас тоже пропало. Ну, я коротко покажу, он, в принципе, на одну минутку. Замечательно. Это был наш первый флешмоб, не тот, который в этом году. Да, он проходил осенью, поэтому деревья такие, они уже впали, как бы надо садить их, когда уже нету зеленых листочков и так далее, поэтому они выглядели не совсем живенько. Но, а вот по результатам второго флешмоба, это уже в этом году, который мы проводили в карантин и в онлайне, мы охватили 12 областей, подключились к нам 140 учебных заведений, 1855 деревьев было высажено и 1396 кустов. И была школа-рекордсмен, мы даже отслеживали номер 2, село Старомлынивка, они высадили самостоятельно 352 саженца. То есть огромнейшее количество. Вот, поэтому всех, кого интересует еще наш опыт в этой деятельности, или если вы хотите подключиться к флешмобу, он осенью будет тоже проходить. Подписывайтесь ко мне на страничку в Фейсбуке Кристина Ковкрак. Сразу хочу сказать, у меня страничка не только рабочая, то есть это моя персональная страница, но информация там очень дозирована. Иногда есть мои мысли какие-то, большую часть как бы публикации это все равно рабочие публикации. Вот, но много людей все равно интересуются, где же мы проводим время, как я со своими детками отдыхаю, поэтому такой контент там тоже есть. Вот, можно просматривать, ознакомливаться. И мы, кстати, тоже, когда путешествуем куда-то, видим красивые места, наша страна очень красивая, как и ваша, мечтаем побывать в Грузии, надеемся, что скоро у нас это получится. Вот, одна из первых в списке стран, вот, но пока мы как бы
я не рискую, честно говоря, в моменты карантина. Эти 2 года мы не ездим никуда за границу, несмотря на то, что все, в принципе, открыто, но я так придерживаюсь, что лучше побыть пока дома, поэтому изучаем свою страну, делаем тоже публикации красивых мест и ищем, что посмотреть. Тоже плюсы карантина, да? Кристина, вы пишете... Да, смотрите, как пишут, хорошо, вот Айдар вам пишет, у вас удивительные идеи, все очень хорошо продумано, вы заражаете, многоточие, видите? Спасибо, спасибо большое. Ольга пишет, Полякова, очень интересные идеи для проектов, флешмобов, которые, на мой взгляд, позволяют вести, наверное, более полноценную жизнь и концентрируют внимание на ценностях. Огромное спасибо за ваш опыт. Вот. На самом деле, да, вот мы его проводим 2 раза в году, но практически все время ты находишься в каком-то процессе, и не только мы, потому что учебное заведение, которое с такими же ценностями, они, да, подтверждают заявку, далее они проводят экологические уроки в рамках подготовки, они рассказывают, какие деревья, как их выбрать, то есть это уже полностью такой интегрированный процесс, но это все зависит от заведения. Наша задача как организаторов — помочь, организовать и показать, как это сделать, а уже каждое учреждение очень... Многие сделали из этого праздник, праздник родителей, детей, праздник экологии. Мы посвящали, кстати, в этом году делали это на День Земли, но потом из-за карантина пришлось смещать даты. Вот, но как бы музыка в школе, деревья, дети, родители — это очень-очень позитивно, поэтому подключайтесь, и каждое заведение может и без нас, и без других организаторов, имея свое желание, согласовать с администрацией. И организовать это. И я бы хотела еще все-таки внимание на вот IT-курсы для детей обратить, и тоже как такой кейс ключевой. Кто захочет такое организовать, это в онлайне, это сделать очень легко. То есть мы нашли просто партнеров, это было 4 организации, либо просто сами по себе менторы, которые говорят, я могу провести курс Scratch для детей. А другие у нас есть партнеры, там Citrus Academy, они говорят, мы можем провести мобильный контент-мейкинг, то, что курс у них стоит, очень дорого на самом деле. Вот, там порядка $300-400, по-моему, с ребенка, когда они его проводят от себя. В рамках сотрудничества нашего они провели это абсолютно бесплатно для всех желающих. Вот. То есть вы находите ментора, составляете с ними там 8 занятий, курс 8-12, распределяете график, просто вот занимаетесь вот этой организацией. И это очень круто. Дети записываются, те, кто вмотивирован, они могут пройти и потом вот создавать классный контент на телефонах. Ну, мы ориентировались на запрос детей как раз то, что... Но был у нас курс, посвященный 8 марта, мимишный Python назывался. Он организован был для детей-девочек и привлечения девочек к IT. Курс мальчики тоже могли проходить, но акцент мы хотели сделать там как раз. И вот таким образом на протяжении 1,5 лет у нас каждодневные есть эфиры, просто один курс какой-то запускается для детей, мы анонсируем его, набираем группу, ведем его, параллельно анонсируем уже следующий, который запустится сразу после завершения. Так как тоже на практике, когда мы запустили одновременно 2 курса, мы потеряли и аудиторию, потому что люди хотели туда и туда, и в итоге они выгорели, и для нас было очень сложно. Вот. А когда мы как бы распределили, четко проанонсировали афишу на 1/2 года вперед, какой курс будет, люди ориентировались, фиксировали в графике себе, на первых этапах помогали детям, как подключиться, где смотреть информацию, но мы это все собрали на специальной образовательной платформе, есть у нас такая платформа, сделали отдельное онлайн-учебное заведение, куда подключили всех, и там делаем, размещаем все анонсы. То есть это даже не социальные сети, не мессенджеры, а отдельная платформа, где... Если ребенок пропустил, он сразу видит видео, он видит домашнее задание и так далее. Вот. Вы знаете, мы делали вот параллельно 2 проекта в этом году. У нас была такая рубрика «IP ликбез» для взрослых как раз по онлайн-технологиям. И детский проект. Дети сами снимали IP-подсказки, ну, простые достаточно, по Zoom и так далее. И, конечно, работа с детьми очень перспективная. Скорость обучения, опять же, мотивация. Это настолько перспективно и так важно их поддержать, дать им возможность вот такой среды обучающей. Это, конечно, очень
здорово откликается и двигается. Вот в этой связи еще один вопрос от нашего с вами зрителя. Ольга Михалева вас спрашивает. Кристина, доброго дня. Замечательный опыт. Перенести практику в режим онлайн действительно непросто. Вы наверняка сталкивались с неактивностью участников в режиме онлайн. Как вы пробовали решать эту проблему? Спасибо, Ольга. Сталкивались, было такое, и даже можем четко отслеживать, могу сказать вам, что очень-очень много все зависит от спикера, это да, но мы-то знаем, кого из спикеров мы ставим, насколько он активный, и у одного и того же спикера могут быть разные группы людей, и вот иногда бывает группа, прям целая группа, абсолютно пассивная, то есть может быть 20 человек, и там только три, которые пишут какие-то реакции, остальные как будто бы, не знаю, вымирают, прошу прощения за грубость, но как будто оно так и есть. То есть люди зачем-то вообще подключились к практичному семинару, марафону, вебинару, неважно. А есть группы, которые провели эфир, они дальше организовались в Вайбере, переписываются, делятся контактами, информацией, то есть это многое, конечно, зависит от группы. Мы со своей стороны что? Мы придерживаемся и несем всю ту же идею практики в онлайне, мы не стесняемся прыгать, играться, демонстрировать кубики, пирамидки, показывать. У нас даже был отдельный эфир, когда просто спикер читала сказку, и это там эфир по сказкотерапии был. Вот, то есть, во-первых, мы вот эти границы отработали, у нас нету с нашей стороны стеснения какого-то того, что нас, мы не знаем, по сути, кто нас смотрит по ту сторону, но мы не обращаем на это внимания, потому что мы работаем, даже если нас смотрит один человек, который сейчас от этого кайфанет и возьмет себе вот эту энергию, значит, мы уже принесли что-то в этот мир. Активностью просили участников включать видеокамеры. Это как бы момент, который мы можем отслеживать, смотреть. Мотивируем. У нас мотивашки больше прибавленные, которые мы добавляем. Но это не во время простых, которые двухчасовой эфир, он прошел и все. Это больше на фестивалях и на марафонах, когда на фестивалях у нас формат из 9 утра до 7 вечера целый день фестиваль, мотивируем здесь мы комментариями и подарками от спонсоров. Мы подключаем детские магазины, детские издательства книжные. Вначале в организационной части рекламируем, рассказываем про их услуги, говорим, какие подарки будем сегодня разыгрывать. А далее как бы люди активно принимают участие с помощью переписки. У нас большинство эфиров проходит либо в Zoom, либо в Proof.me программе, но тут на самом деле не важно, люди переписываются. И мы отслеживаем потом форматом того, кто больше как бы активничал, соответственно, у того больше шансов попасть в отбор подарков. Иногда бывает, что мы за время фестиваля можем сказать даже вот по имени и запоминаем тех, кто четко-четко общался, а так мы вносим это все в рандом, отбираем, демонстрируем прям при людях, показываем и оглашаем в конце фестиваля победителей, кто были самые активные, выиграли от нас и от наших спонсоров подарки. Если это подарки от нас, как от организаторов, мы дарим сертификаты на следующие события, вот, либо билеты на следующие события. Вот, и таким образом люди дальше продолжают свое обучение. Если это марафоны, то там идет у нас как бы вовлечение за счет выполнения домашних заданий. Вот, в процессе они общаются, потом далее должны выполнить домашние задания. Вот все, кто выполнил там 5-6 домашних заданий или сколько их было, вот, тогда уже среди них разыгрываются подарки. Чаще всего мы пытаемся наградить всех, кто выполнил домашние задания, вот, хоть какими-нибудь как бы эфирами, подарками, сертификатами. Вот каким, как-то так решаем. Спасибо, Кристина. Время эфира неумолимо движется к концу. Это всегда так обидно. Вот Елена вам написала, спасибо огромное за ваш опыт и за подробные ответы. Это как раз был вопрос про мотивацию, про сертификаты, приезжали ли за сертификатами. Желаю успешно двигаться во всех начатых и еще только зарождающихся проектах и направлениях. Вы делаете большое дело. Спасибо вам.
Спасибо вам. Это очень мотивирует, и мы всегда с огромным счастьем, удовольствием собираемся после наших событий командой и читаем отклики, отзывы, листаем ленту Фейсбука, и это очень большой заряд и возврат энергии, которая была потрачена нами на проведение, поэтому благодарю. У вас очень-очень, Анастасия, душевная, активная аудитория, безумно приятно работать. Мы не все успели прочитать, Кристин, но я в этом смысле... Я обязательно перечитаю. Моя душа спокойна, вы активный Facebook-пользователь, поэтому вы зайдете, перечитаете, что-то мы упустили. Я надеюсь, у вас будет минутка ответить. Я, завершая нашу с вами встречу, хотя мне совершенно не хочется это делать, единственное, что я тебя утешаю, что мы еще наверняка много раз встретимся, и у нас есть определенно очень много совместных точек для соприкосновения и сотрудничества. Я завершить хочу так. Вы вот про свою страницу тоже упоминали, что у вас там действительно есть не только рабочие публикации, да, но и мне очень понравился хэштег, это ваши мысли, да, мысли дня. И у вас в этой рубрике я прочитала очень, мне кажется, созвучный для многих людей, кто активно работает, кто, как вы правильно сказали, фанатичен в определенном смысле, да, в самом хорошем смысле этого слова. Вот, пост там такой. Несколько недель была сама не своя, потерялась среди кучи проектов, идей, забот, публикаций, и просто пропал интерес ко всему, пустота. Вдох-выдох, нужно остановиться и подумать, чем же я хочу заниматься, что наполняет и вдохновляет, что действительно придает силы. У каждого ответ на эти вопросы будет свой. Для меня это книги, природа, фото, цитаты из книг, стихи и просто умные мысли или вдохновляющие истории жизни. Какую-нибудь умную мысль или небольшую вдохновляющую историю для всех наших зрителей в завершение, Кристина, от вас, пожалуйста. Анастасия, сижу, слезы на глазах не видно, просто радуюсь, что онлайн этого не передает. Я на самом деле очень такой структурный и жесткий человек, как бы это ни показалось. Ну, как-то жизнь так сложилась. У меня не очень легкое детство было, и выбрала для себя такой путь, где все время надо за что-то бороться. Вот. И поэтому жесткость определенная должна быть, и эмоциональности, нежности и милашности. Я на самом деле, это как бы не казалось там интересно, делюсь сейчас прям сокровенным, я прорабатываю в себе эти этапы и вот смотрю, что реально оно работает, потому что все чаще могу где-то поплакать, отреагировать эмоционально, развитие эмоционального интеллекта тут работает. Прямо задачили, потому что очень-очень-очень люблю цитаты. Я не могу книги, у меня все подчерканы, все с выделениями, все. У меня даже есть отдельные проекты, на которые просто не хватает мощностнее, наверное, чтобы запустить их красиво, вот, а по-другому не умею, но люблю очень книгу Масара и Буки «После трех уже поздно», и раннее развитие — это вот абсолютно моя тема, и там как бы написана одна из цитат про то, что невозможно построить дом, когда заложен уже плохой фундамент. Вот, я думаю, все понимают, о чем это. И тут про фундамент и в детском развитии, и в стране, и в каждом деле, которым вы занимаетесь. Поэтому, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, кто нас смотрит, моя рекомендация — закладывать хороший фундамент, который соответствует вашим ценностям, ожиданиям, двигаться по жизни в том направлении, которое вы для себя определили. Как бы это ни звучало сложно, вот я для себя выбрала, и мне было понятно, я занимаюсь любимым делом и ни дня при этом не работаю. Вот эта цитата тоже полностью описывает мою деятельность. Я очень мало сплю, как бы ни казалось, и так дальше. Но я все время в проектах, и это вдохновляет, наполняет, насыщает. Конечно же, это еще и дети мои, но вот это то, когда ты отдохнул, и уже руки... Отдохнул 2 дня, а руки чешутся, потому что уже не можешь, тебя колбасит. Мам, мне надо еще вот это запустить, вот это. Оно все двигает и вдохновляет. Вот, пожалуйста, желаю всем искренне найти себя в этом мире, найти то, что двигает вас. И поверьте, когда вы это найдете, вы раскроетесь на полную мощность и заживете совсем другой жизнью. Ну, а тут закладывайте потом уже правильные фундаменты.
Спасибо, спасибо, Кристина, замечательно. Спасибо вам за приглашение, за очень-очень душевный эфир. Спасибо зрителям за такие безумные комментарии. Если есть вопросы, пожалуйста, фиксируйте. Я обязательно просмотрю, отвечу на них. Если какие-то проекты заинтересовали, больше есть тоже на страничках в Фейсбуке, обращайтесь, учитесь, друзья. Будем с вами общаться. И с вашим проектом, я думаю, у нас очень много точек соприкосновения. Мы будем рады поделиться нашей командой спикеров и выступить на ваших событиях. У нас очень много спикеров по тематики инклюзии, которые очень-очень практики, и вот то действие, которое вы видели, мы можем привнести в ваш онлайн, и не только, если будут позволять меры, ну и также готовы помочь стать соорганизаторами событий в нашей стране, вот, если в этом будет необходимость. Всегда открыты к сотрудничеству. Не, комментарии идут постоянно, Кристина, не закончим сегодня. Чувствую, пишут. Вот только, Кристина, спасибо за такой увлекательный эфир. Ваше горение, вдохновение, удачи во всех ваших проектах и еще больше интересных идей. Нельзя тут не присоединиться. Я только спасибо, хочу спасибо большое. Сказать нашим дорогим слушателям и зрителям спасибо большое за вашу поддержку, комментарии, репосты. Пишите. В 17:00 мы с вами встретимся снова. У нас будет следующий замечательный гость в рубрике «IP события». И, конечно, я хочу сказать большое спасибо нашим друзьям компании IPVS, IP Virtual Space. Вот их логотип сегодня сзади меня находится, за техническую поддержку нашей программы. Мы сегодня много говорили об онлайне и понимаем, насколько важно, чтобы было к кому обратиться, кто тебе поможет сделать первые шаги на этом пути. Из рассказа Кристины мы видим, как здорово, когда у тебя есть надежный партнер, который знает, что и как делать в онлайне, насколько это помогает двигаться. Поэтому вот мы тоже рады, что у нас есть такой партнер и наши друзья. С радостью на правах дружеской рекламы их всем советуем. Очень рады сегодняшней встрече, очень рады, что у нас такие есть замечательные перспективы. С нетерпением будем ждать новых встреч. Берегите себя, самое главное, наши дорогие друзья, и скоро увидимся. Всего доброго!